they are not happening. So we normalize all the events for him of his past. Сейчас уже очень высокие скорости, уже вы просто хотите, да, там нормировать неурегулированные отношения, какие-то события, вы уже просто хотите, и вы видите, как это начинает развиваться, просветляться нормально. So at the moment we have such a high speed in everything in the world that you just think of normalization of some relationships and they start normalizing themselves. И вот все, о чем человек мечтал, что он делал, что он создал, любое движение, конечно, это ничто никуда не исчезло, и все это имеет к нему отношение. So everything what person has created, everything relates to him, and it's not going anywhere. В связи с этим элементом мы имеем тот факт, что воскрешение человека — это всего лишь следование его логическому уровню развития. Мы как бы вот понимаем человека, что им двигало, какая любовь, какие чувства, какие мысли. So then we see that resurrection of person it's a logical understanding of his behavior, of his past events. Это именно он. Таким образом мы его находим. Он как уникальный, неповторимый такой элемент мира, который озаряет мир своим мышлением, своим восприятием. So we find him and we see him because he is unique, because he is there is only one of this kind. И поэтому признаком определения человека с точки зрения фундаментального закона воскрешения в бесконечной жизни. That's why the sign of finding this person from the point of view of the resurrection является то, что мы рассматриваем все координатные системы, которые имеют отношение к человеку. Then it is the fact that we consider all coordinate systems which are related to this person. Воспроизведенный труд. Что? Воспроизведенный труд. Ну, человек в поле где-то. Ну, что он делал? Работал, да? Вот он же это делал, да? Воспроизведенный труд. Интеллектуальный труд, просто работа на поле. Any kind of work he performed in the past, any kind of things he created in the past. Когда мы так рассматриваем человека, всю его деятельность, жизнедеятельность, ну, конечно, мы это, ну, любим, все, что он там что-то осадил или писал, вот неважно, вот, у каждого же свои какие-то. Своя деятельность, когда мы рассматриваем все координаты, которые относятся к человеку, мы приходим к месту, где человек. Вот мы его находим, как бы, вот он вот такой, вот, вот его место, да? So when we go through all coordinates of the person, where he used to be, interact, work, or whatever, then we find him in that place, because we find we logically understand who he is, and we find his place of meeting, location. Это как Мани написала, да, что рассмотрела, какой труд духовный сделала Джоанна, и сколько любви дала миру, и эта любовь ее выводит на воскрешение. It's like Мани was writing about Джоанна, how much work Joanna has done, like from spiritual work point of view, and that love, that work has helped her to come back. И мы когда с вами думаем про воскрешенных, мы вспоминаем их и видим их взгляд такой глубокий, как они смотрели на небо, как они думали о Боге, как они смотрели на жизнь, раскрываем. Если у них не раскрыто это было, помогаем раскрывать и выводим навстречу.
So we look at the person, we follow his, the way he looked into the sky, how he used to think or interact with others. So we see all of that, we understand him and bring him out to the meeting place. И вот из всей информации, из того, что создано непосредственно человеком, если из этой, из всего, что он в мире как проявился, да, перейти к информации всего бесконечного мира. So out of all this information about this person from this infinite world, мы вдруг увидим, как бы, знаете, вот, вот мы думаем, много человек сделал. А если подняться выше, посмотреть весь бесконечный мир, то мы как бы, у нас фокусируется восприятие конкретно человека. Вот вся его деятельность, она как бы вот так сожмется, и образ мы получим. So we can see that there is so much he has done, but if we if we see it from this whole world point of view, there is big infinite world, and then this person's all this work he has done. So it looks a bit like too much, but if we go upwards, like if we go really high and look at this world from that upper point, we see that all the work that this person has done, everything is squeezes into his image, like everything becomes an image of a person. В осмыслении всей реальности, в осмыслении, какие у него еще задачи, и как их много, и какое несчастье ему принесут, да? Он когда это осознает, он идет на воскрешение. Вот как перед рождением человек осознает, что он идет на вечную жизнь, осознает эти задачи. Так же и при воскрешении. То, что сделано хорошо, а впереди сколько, и его как бы, ну вот, ну, выводим на воскрешение от того, что показываем эти бесконечные перспективы, которые, в общем-то, в его душе есть. So we show person those infinite future possibilities, what he can do more, what he can achieve, and when person sees that, he comes to this light, to this possibility as an opportunity to do something further. В связи с этим поиск оказывается очень простой. And in this case, the search actually is quite simple. То есть мы выявили координатную систему. So we have brought out the coordinate system. Вот все, что относится к человеку, да? И эта информация занимает совсем небольшое место. То есть он всегда присутствует. Это всегда никуда не исчезает. Это всегда есть во всей информации мира. И у него это осознание, что дальше нужно, дальше вся бесконечность. Он выходит на воскрешение. So we see person and we see his possibility, possible events and stuff that he can achieve. And then he sees that there is an opportunity, there is reason why to come. And then he is pushed into this light. Отсюда следует еще один фундаментальный закон, это шестой. And from here we have another fundamental law. Это закон присутствия Создателя в действии человека. And that law is the presence of a creator in the actions of a person.